Вести Хакасия продолжит эфир на канале «Россия-24» в студии Наталья Чудина. Здравствуйте! Впервые отдыхающие из республики смогут попасть за границу из Абакана. В июне в Хакасии начались продажи туристических путевок в Таиланд. С местного аэровокзала 22 октября вылетает первый чартерный рейс «Абакан-Бангкок». Сегодня состоялась официальная презентация авиаперелета. Политической партии «Парнас» вновь отказано в заверении списков кандидатов. Республиканский избирком по рекомендации избиркома России второй раз проверил документы, представленные партией, и снова нашел ряд нарушений. Напомним, с жалобой в федеральный центр обратилась сама оппозиционная партия. Ее участники посчитали, что им отказано по политическим мотивам. Сегодня свою позицию избирком Хакасии объяснил на специально созванной пресс-конференции. Политическая партия должна представить список с 33 кандидатами. Это минимум. Два от 15 территориальных групп и 3 региональных. В списках «Парнас» было 34 кандидата. Однако полный пакет документов имели только 23. Даже после того, как партии дали возможность донести бумаги, у одного кандидата не было заявления о желании баллотироваться. У 9 отсутствовали документы об образовании. У 7 не оказалось копий трудовых книжек. У 1 справки о доходах. У еще 1 справки о том, что у него нет недвижимости за границей, и справки о расходах. Помимо этого, в списках есть и ошибки. Например, представлен кандидат, которому даже на 8 сентября 2013 года, день голосования, не исполнится 21 год. Фамилия другого кандидата написана с орфографической ошибкой. Даже если бы избирком в противоречии закону заверил эти списки, кандидаты не прошли бы регистрацию. Отметим, что со всеми требованиями участники выборной кампании были ознакомлены еще в апреле. Ну, это другие новички, извините меня, уже за это, российская партия, экологическая партия «Зеленые», Альянс зеленых, коммунисты России представили документы, а республиканская партия «Парнас», которой 10 лет, она на политическом поле 10 лет, господин Рыжков, они не смогли представить документы. Как он заявил, придумали какие-то заявления на 2 листах, одно и то же. Ну, извините, требования, что должно быть в заявлении, написано в законодательстве. В законе четко написано, и никакой лишней там информации мы от них не просим. Добавим, что в заверении списков избирком отказал еще одной партии – региональному отделению Российской партии садоводов. В их списках 8 кандидатов повторялись дважды. Обжаловать решение избиркома партии смогут в суде. На это у них есть 10 дней. Если же решение обжаловано не будет, партия выбывает из выборной гонки. Продолжается сбор средств на лечение Кирилла Лаврова из Минусинска. 2 года назад мальчик сильно обгорел в результате взрыва газового баллона. Ребенок уже перенес 9 пластических операций по пересадке кожи. Но до полного физического выздоровления еще долгий путь. В августе ребенка ждут на очередную операцию в одном из ведущих ожоговых центров страны. Родители ищут деньги на дорогу и реабилитацию. Трагедия произошла 9 октября 2011 года. Кирилл зашел в гости к соседскому мальчику. В этот момент в доме взорвался газовый баллон. У Кирилла обгорела 1/4 часть тела. Пострадали от огня дыхательные пути. За жизнь мальчика боролись реаниматологи Красноярска. Кирилл уже перенес ряд операций, но о полном выздоровлении речи пока не идет. Обожженную кожу постоянно необходимо увлажнять дорогостоящими мазями. В поисках квалифицированной помощи мама Светлана обзвонила все ожоговые центры страны. В августе мальчика ждут в Люберцах Московской области. Там пообещали шлифовку, во-первых, лица, и губку восстановить, и личико поправить. У него тем более контрактура, вот он пальчики до конца не сгибает. Да, и поэтому сказали, что сделают все возможное. Операция будет бесплатная, лечение бесплатное, только вот на дорогу проживание. Собрать деньги Кириллу Лаврову помогают средства массовой информации и Республиканский благотворительный фонд «Дорогу и добра». На официальном сайте организации есть уже готовая квитанция. Благотворителям необходимо лишь вписать сумму пожертвования и указать имя, для кого предназначены деньги. Другой, более простой способ – перечислить деньги при помощи СМС. Для этого на короткий номер 7715 необходимо отправить текст «Зов помощи» и через пробел указать перечисляемую сумму. Мы, конечно, рады всем, и 100 рублям, и 50 рублей, потому что вот из таких маленьких потоков набирается сумма хотя бы даже 20 тысяч на дорогу родителям с ребенком проехать. Вот. Это уже помощь очень большая, потому что люди, когда лечат детей своих, у них очень большие расходы идут. Они все свои средства, можно сказать, уже потратили и только тогда обращаются за помощью.
Вот. И такие суммы, даже мелкие, они тоже очень хорошее подспорье таким людям. Помочь семье собрать деньги еще есть время. Операция в ожоговом центре назначена на середину августа. Семья сильно ограничена в финансах, на текущее лечение ежемесячно уходят 1000 рублей. Родители Кирилла будут рады любой помощи. Телефон мамы Светланы Лавровой на ваших экранах. Сегодня в России впервые отмечается День воинской славы, посвященный участникам Первой мировой войны. В истории Хакасии о том периоде сохранилось очень мало сведений. Известно, что призывники зачислялись в сибирские полки, а затем отправлялись на фронт. В Национальном краеведческом музее нет постоянной экспозиции, посвященной Первой мировой войне. В фондах хранилища сотрудники разыскали по нашей просьбе несколько фотографий бойцов империалистической войны. Сохранились еще удостоверения о наградах и свидетельства о воинской повинности. Так тогда называли военные билеты. О количестве призывников можно говорить только приблизительно, ведь в то время территория Хакасии была поделена между несколькими уездами. Большая ее часть входила в Минусинский уезд Енисейской губернии. Всего из Минусинского уезда было призвано 2500 человек. Ну, сколько из них конкретно было призвано из тех населенных пунктов, которые были на территории Хакасии, сейчас очень сложно сказать. Собственно, хакасы на фронт не призывались. Призывалось только русское население. Есть сведения, что в армию попали 200 казаков, размещенных в станицах на территории Хакасии. Сначала служили в Красноярске, а с 1915-го попросились добровольцами на фронт, где они воевали в составе уссурийского казачьего полка. Известно, что из Хакасии на фронт отправлялись лошади для кавалерийских частей. Во время Первой мировой здесь также проводился сбор средств по военным займам правительства. Кроме того, жители жертвовали средства и продукты в фонд помощи детям, чьи отцы погибли на фронте. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия.